Пряник? Да. Нет, блины. Как отличить художника? Не знаю. Вот, я тоже. Хорошо летчика отличить от летчика? Самолет не знаю. А у нас художник любой, так получается, блин, да? Пойди определи художника. Спасибо большое. Реклама вообще рисовать можно долго. Да бесконечно. Я так думаю, что... А, у тебя же еще такие ресницы очень большие. Такие, да? И еще здесь их положить. Глаза чернее. У тебя такие черные глаза, как ты сквозь них видишь. Представляешь, человек такие черные очки, они... Он же ничего не видит. А как ты видишь через черные глаза? Не знаешь, ладно, если я буду много рисовать, то уже будет потом сейчас закончу. Еще чернее глаза. Еще чернее. А кто ты по национальности? Цыганка. Ева. А ты цыганский язык знаешь? Половина. А у меня моя прабабушка была цыганка. Ну, это давно было. Вот мне моя мама рассказывала. Я вот тоже умею немножко рисовать. Да, я видел. Так я умею красивее, потому что там сразу красками, а я умею красивее рисовать. Как это красивее? Карандашом. Карандашом это красивее, чем красками? Да. Очень интересно. Вот, я тебе отдаю на... Сейчас мы смотрю. Так, сюда... Ой! Вот, сюда говори спасибо. Спасибо. Пожалуйста, с Новым годом.